Лучшие предприятия региона получают заслуженные награды. 23-й всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» стал рекордным для Нижегородской области. В золотую сотню вошли сразу 5 товаров. Еще более 60 стали лауреатами и дипломантами. Вот этот показатель, 66 наименований продукции, 33 предприятия, если посмотреть там на год, на два, на три назад, то есть это действительно... Ну, результат, наверное, того, что наши предприятия, наши производители из самых разных уголков Нижегородской области с самым разным состоянием материально-технической базы и так далее, они совершенствуются, они идут вперед, многие планируют расширение бизнеса, строительство дополнительных производственных корпусов и так далее. Естественно, основная государственная поддержка будет направлена как раз именно вот на такие направления, на направление развития. Среди победителей известные и любимые нижегородцами товарами. Вот они на выставке презентации. Здесь и хлеб, и кондитерские товары, и молочная продукция. В этом году мы представляли 3 хлеба. Это Савитал фруктовый, хлеб старорусский подовой и английский диетический хлеб. И все 3 хлеба заняли награды на этом конкурсе 100 лучших товаров. Мы всегда думаем, чем удивить наших покупателей и порадовать их. Конечно, очень приятно, когда профессиональные жюри оценивают эти старания. Год был, конечно, непростой, как и для всех, но мы на месте не стояли. Мы занимались модернизацией предприятия, закупом нового оборудования, ну и разработками новыми технологиями. У нас новинка в этом году появился сыр трюфель с пожитником. В течение 2 лет победители конкурса имеют право наносить на свои товары логотип 100 лучших товаров России. Несмотря тем, что были сложности в экономическом плане, тем не менее ряд предприятий нижегородских сделали правильный выбор в сторону улучшения качества своей продукции и не постеснялись, вышли на конкурс и победили. Ирина Стефанюк, Николай Прохоров. Время новостей.